Если не успеешь поставить лайк за 3 секунды, перед тобой появятся страшные монстры Зоономали. Спасибо, шеф, все было очень вкусно, особенно сэндвич с ветчиной и уткой. Мне очень понравилось. О, капитан, ну чё там, когда уже приземляемся? Долго летим? Чё там по расписанию? Мы уже заходим на посадочку, снижаем высоту, минут через 30 будем в аэропорту Майами. А, ну я смотрю всю по расписанию, всё как и должно быть, правильно? Всё верно, всё идёт в штатном режиме нормально. Мой первый пилот работает с кайфом, а я отдыхаю. Хорошо, спасибо вам большое, отличный был полёт, очень всё понравилось, не трясло, всё было по кайфу. Ладно, пойду на своё место, пристёгиваться уже? Да, можете пристёгиваться, обращайтесь в живых Airlines, самые лучшие перелёты бизнес-класса. Спасибо, спасибо. Шеф, ещё раз вам спасибо, вкусный был сэндвич. Пойду пацанам передам, чтобы уже пристёгивались. Парни, всё, я был у этого, у капитана, он сказал, скоро на посадку заходим, так что это, пристёгивайтесь, подлетаем уже, всё нормально. Хорошо, отлично. Как пристегнуться, блин, не понимаю. Да вон там, вон, пристегнись. Мистер, вам что, плохо? Фу, блин, он ещё и с сигаретой. Парни, что-то аж поплохело после сэндвича, у вас как, нормально? Да нормально. Нормально, с кайфом. Ой, мне что-то прям, парни, плохо, я в туалет пока ещё можно. Ой. Ё-моё! Давай, давай! Блин, блинский! Ой, что-то... Ой, поплохело что-то... Ё-моё! Что происходит? Парни! Что происходит? Мы падаем! Ё-моё! Ой, голова моя! Это что такое? Крушение, что ли? Ё-моё, что это за монстры такие? Блин, блинский, это мне что, кажется, что ли? Что за фигня? Блин, ничего не понимаю. А, капитан? Ё-моё, капитан! Блин, блинский, что здесь произошло? Вот тебе и посадочка. А, эти куда-то ушли. Монстры. Блин. Чё за глюки вообще? Надо встать как-нибудь. Капитан! Капитан! Капитан, улыбнитесь! Капитан! Ё-моё, он, кажется, всё. Он умер. Это чё, мы разбились, что ли? Прям на посадке? Вот это сходил в туалет. Блин, а где парни? Где Андрюха? Где Бабян? Наверное, от них ничего не осталось. Ого, пассажиры здесь, вон. Ё-моё, все мёртвые. Я что, один выжил? Один единственный? Бабка померла. Блин. Что же мне делать-то? Хорошо, хоть не пострадал сильно. Действительно, в аэропорту разбились на посадке. Ё-моё, а это что ещё? Почему здесь так много каких-то монстров? Я понять не могу. Это что, апокалипсис? Ё-моё, там... Догрызает ящерица пассажира. Это монстры? Зоономали? Что они здесь все делают? Это реально какой-то апокалипсис. А это же мой сосед, с которым я сидел. Блин, блинский. Надо идти в другую сторону. Это небезопасно, там куча монстров. Но Андрюхи не видно и Бабяна тоже. Может, от них только кишки одни остались. Так, вон чемоданы разбросаны. Тут вообще, блин... Все самолеты просто перевернуло. Так, надеюсь, монстры меня никакие не найдут. Здесь ничего, все в огне. Все горит. О! Ё-моё, Андрюх, очнись! Братва! Диман! Братва! Бабян, ну, дай обниму тебе! Дай обниму, брат! Мы что, разбились на самолете, что ли? Да, посадка была не мягкая, как не ты мягкая, видишь. Там этот, наш капитан-пилот, он мертвый там лежит. Ой, да тут вот много кого мертвых. Андрей, Андрюха, тут один из них. Андрюха, откачивай его, он дышит, он дышит. Давай ему рот в рот, Бабян, рот в рот, дыхание ему! Дыши, дыши! Вставай, мужики! Вставай, живой, живой, подымай его, подымай, подымай мужики, его. Капец, я был это, будто бы в раю оказался, я был это, на острове необитаемом, там были пальмы,
бананы и кокосы. Я как обезьяна прыгал по деревьям, ел бананы. Я тут что-то воздух подул в легкие, чуть не задохнулся, капец. Это вы меня спасли, да? Да, мы, а я думал, у тебя рай, если у тебя куриные крылышки. Не, ножки. Куриные крылышки я пока не нашел, а пока только бананы ел. Ё-моё, зачем вы меня спасли? Там было так хорошо, пацаны! Ты дурак! Ты бы умер, если бы мы тебя не Андрюха, спасли, здесь крушение самолета было, мы разбились, мы упали. Офигеть! Но самое страшное, я хочу вам сказать в другом, парни. Самое страшное заключается в том... Пойдемте за мной. Так, я вам сейчас такое? Покажу. Смотрите, а парни. Что самое страшное-то? Что может быть страшнее падения самолета? Страшнее может быть то, ой, что ё-моё, здесь а кругом это? Монстры зоономали. Зоономали? Да. Ой, а что кажется, они здесь делают? Кажется, начался какой-то апокалипсис, и эти монстры везде. Так что, парни, давайте найдем безопасное место. Возможно, они виноваты в нашем крушении самолета. Может быть, они как-то сбили самолет. Но офигеть, их там очень много. Я даже не знаю, что делать. Слушайте, мужики, нам нужно как-то найти выход из этого аэропорта и сбежать отсюда. Потому да, что здесь все в этих монстрах зоономали. Так это самое главное, не привлекать внимание, а то они нас возьмут и сожрут. Ты видел, сколько там трупов вообще? Да, трупов много, мы, наверное, втроем единственные выжившие. Так что, парни, давайте-ка со мной пойдем. Сейчас я вас попробую вывести. Там я везде ходил, там везде опасно и смертельно. Так что давайте тут попробуем пройти, парни. Давай, только аккуратно, мужики, чтобы нас не спалили они. Да, чтобы не спалили. Самое главное, парни, давайте сюда. Да аккуратно, всё, мужики. Капец, столько самолетов, что ли, попадали? Что произошло-то вообще, не понимаю. Самолетов куча попадало, парни. Может быть, они всех позбивали. Вон они стоят, смотрите. Эти зоономали, блин. Это аномальные животные. Это Каала, что ли, там стоит, или мне кажется? Каала. Каала. Вон много, парни, всяких этих. А как отсюда выбираться? Я вообще не вижу выхода. Честно, парни, честно, я без понятия. Может, попробовать как-то наверх? О, смотрите, подождите, парни. А чего? Может, вот здесь, смотрите, это что? Вон трап, мы можем по трапу это попасть трап внутрь, да-да. Ну погнали. Быстрее, пока не заметили. Давайте, парни. О, открыто, нормально, ого, заходите, только закройте за собой. Ё-мо, здесь разгребайте, парни, мусор, вот ой, это блин, все. Блин, капец. Разгребайте столы, стулья. Всё, хорошо, убирай, помогай. Все. Да. Парни. О, аэропорт. Здесь тоже куча. Ох, капец. Куча трупов ФСБ. О, парни, ФСБ, у него пистолет есть. Ну, возьми. Парни, если тут уже ФСБ есть, значит, дело приобретает стремительно опасный характер. Возможно, мы чего-то не знаем. Возможно, в мире уже давно идет апокалипсис, аномалии, и все эти аномальные животные захватывают мир. А мы здесь, в аэропорту, пока летели в самолете, пропустили захват планеты и начало апокалипсиса. Парни, да, у меня паника, я не знаю, что мне делать, я боюсь. Не паникуй, надо выбраться с аэропорта, только понять бы, куда идти-то вообще. Димон, выйди оттуда. Нет. Ты я не выйду. У тебя пистолет есть. Я боюсь, а если эти зоономали убьют нас? Не очкуй. Ну ладно. Дай. Ну пистолет, ладно, если что, не оставайся здесь, и мы с Бабяном пойдем искать выход. Не, Бабян прав, очковать не время. Бабян сказал не очку и как рукой сняло. Спасибо, Бобис. Да вот, пожалуйста. Не буду. Так, ё-моё. Ой, братва, парни, что это такое? Пока. Парни! Зоономали! Парни, ё, это монстр! Спаси, это животное! Аномальное животное! Перезаряжай! Она меня грызет! На! Хорошо! Бабян его с руки вырубил! Хорошо, Бабян, руки-базуки в деле! Так, давайте дальше, парни, идти. Давайте идти дальше, слушайте. Блин, страшно на самом деле, когда они встречаются перед глазами. Это точно, братва. Это точно. Так, парни, куда идти? Сюда? А где тут выход-то вообще? Или это туалеты? Здесь, наверное, нету ничего, о, да? А я в туалет сходил бы, конечно, а то-то это, блин, страшно тут как-то все. Давай, это давай. Слушай, Бабян, а ты где так руки накачал, чтобы вырубить монстра с руки? Да я не знаю, мужики, оно как-то само на адреналине получилось. А ты право его? Ну да. А, ну понятно. Ну чё, Андрюха там? Все, парни, давай выходи уже быстрее. Я закончил, все, закончил. Давайте сваливать. Дело сделано. Парни, тут он, наверное, выход где-то, это уже... Ой, чё за слизняки? Это слизняки, парни. Чё за слизняк? Парни, чё за слизь? Бабян, а ну правой ему, правой. Давай правой работай. Правой ему, Бабян, правой. На, блин. Парни, три патрона осталось. Одного крякнул, один патрон, парни. Ещё один. Всё, кончились, парни, нет патронов. Это что делает-то теперь? Руками его, руками.
Поехали, 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 думбасим, парни! Где твоя коронная двоечка, блин? Всё, хорош, Бабян! Офигеть, ты где так реально на туре накачался, жёстко? Бабян, вот это у тебя, короче, руки-базуки! Слушайте, а вон выход, парни! Ура! А вон выход! Вот, погнали отсюда, сваливаем! Слушайте, парни, вам не кажется странным, что когда мы выбежали с аэропорта и вот бежим до города, мы не встретили ни одного человека, ни одной машины не проехало, вообще никого нет. Ну да. Кстати, да. Вообще капец. Это очень странно, мужики. Надеюсь, в городе все будет в порядке. Я вам говорю, парни, как будто начался зооаномали апокалипсис, как будто все эти монстры всех людей сожрали. А-а-а, кошмар. Мужики, смотрите, что там спереди. Подожди. ПП? Там какой-то блокпост стоит, парни. Там военный хаммер и куча военных мертвых. Ё-моё, да ну, блин. Офигеть, парни. Ты чё взял, Бабян? Оружие. У него оружие было? Да тут у них у всех оружие, парни. Смотрите, подбирайте. Вот от кого они, парни, отстреливались? Конечно же, наверное, от этих зооаномали, аномальных монстров, которых мы видели в аэропорту. Ну, походу, да. Походу, да, так и есть. Офигеть можно, мужики. Парни, кажется, реально начался... апокалипсис, вы смотрите, сколько трупов. Слушайте, я сейчас на вышку подлезу, парни, посмотрю. Может, что увижу с вышки. Давай, посмотри. О, тут еще патроны, залезайте, возьмите тоже, Патрики. О, ништячок. Это нам надо. Да, дробовик я не брал, парни, мне не нужны на дробовик. Вон, возьмите сами, мне лучше вот этих вот. Я возьму. Патронов, которые, во, вот что, таких. Для калаша, да. Надо взять побольше, парни. И смотрите в разные стороны, видите что-нибудь? Да не, ничего не видно, Димон, все глухо, тихо. Ладно, слезаем, парни, надо тогда идти дальше, уже вглубь. Так, как погнали. Я свалился с вышки. Братва, как не видно-то? Вы назад вообще смотрели? Ё-моё, блин. Назад не смотрели. За нами гнались эти зооаномали или что ли? Да, с аэропорта, похоже. Похоже, с самого аэропорта. Хорошо, мы успели оружие взять. Стреляйте, пока не подошли. Стреляйте, пока они не подошли, парни. Стреляйте, 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 пока не подошли. Давай, давай, давай. Теперь тут слизи. И ящерица эта, и слизи эти. Там вон еще какая-то куала, блин. Слизи давайте. Нормально, парни. Нормально гасим. Хорошо, слизи, 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 слизи. Там куала идет. Ящерицу зажмите, ящерицу зажмите. Сзади куала, куала, парни, куалу. Куала идет, блин, смотри, какая грозная. Отлично. Загасили, братва, загасили. Давайте быстрее в город. Я думаю, там по-любому есть эти спецназовцы или выжившие, какой-нибудь лагерь там. Нас там по-любому спасут, вон еще оружие надо подбирать. А машина не едет? Сейчас проверю. Сейчас посмотрим, парни. Не, не едет, она вся разбитая. Это очень жалко. Давайте тогда дальше в город идти, мужики. Это корыто не едет. Был бы наш УАЗик, он бы поехал, да, Бабян? Ну, в натуре. Это какое-то говно, хаммер. Так, давайте, парни, пойдем. Слушайте, а там... вон, там это... завод какой-то или что там? О, давайте в промзону. Поезда. О, поезда какие-то, парни. Давайте вот сюда, может, там, где укрыться можно от этих аномальных животных, как думаете? Ну, а ну, погнали. Ау! Тут кто-нибудь есть? Эй, люди, есть кто-нибудь? На заводе кто-нибудь работает! Давайте сюда. Мужики, капец, тут темно. Ага, страшно. Ой, страшно как-то. Огромный тут, завод. Тут зерно рассыпано везде. Может, тут поклевать сделаем базу, будем обороняться, не хочу клевать. Вон туда, может, дальше, парни, пойдем. Ну, погнали. Давайте на свет выйдем, что давайте вот сюда. Парни, там эти монстры. Ох, ёкарный бабай. Парни, они там хавают кого-то. Стреляйте, стреляйте, людей едят. Блин. Ё-моё, перезаряжаюсь. Гад, вонючий, нафиг. Да, реально, людей едят. Стреляйте, стреляйте, парни, по ним. Меня схватил. Гасим, гасим, гасим. Дефон, осторожно. Чуть не убил, парни, меня он. Чуть не убил. Стреляем, 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 стреляем. Не подпускай этого поганца ряд. Я не подпускаю. Вы вообще кого-нибудь убьете? Тут вон куала или кто еще? Это заяц. Заяц какой-то, парни. Заяц, заяц, волк, кролик, рыбик. Заяц, волк, заяц. Давай, давай, стреляем, стреляем, парни, стреляем по ним. Хорошо. Нормально. Кота этого, кота, кота белого. Гасите кота, парни. И длинного, длинного, длинного. Убили. Что-то будет длинный, что-то прыгает, парни. Кота убили. Давай длинный, длинного, приди, длинного, что-то. Парни, давайте длинного. Длинного, блин, по ногам ему шмаляйте. Максимально, парни, по нему, максимально. На кого он похож? Да, на нафиг. Не знаю, на медведя какого-то. Медведь сиреноголовый. Офигеть. Вы смотрите. Это что, все люди? Походу, парни, все люди. Не хотелось бы, как они, лежать. Значит, надо бежать, парни. Здесь, в этом городе, похоже, тоже небезопасно.
Да погоди, мы еще до города не дошли. Да? Может быть, там люди есть. Думаешь? Военные, ага. Полицейские, угу. Нацгвардия, угу. Все вот там находятся. Ага. Да-да, конечно, там, наверное, все в монстрах. Ну ладно, давайте проверим. Все-таки надо убедиться, апокалипсис это или не апокалипсис, да, Бабиан? Ну. Абабгалипсис. Что? Ого. Это все сломано, блин, смотри, все здание в дырах. Да, конечно, а сломанный аэропорт тебя не удивил, Андрюха? Международного класса. Ну мы туда свалились просто, вот и суету навели, наверное. Ага, давайте вон быстрее, о! Мужики, чё? Тут сократить можно, наверное, пройти в город. Ну мы так и идем. Ой, блин. Аккуратно, смотрите, не упадите, парни. Смотрите, не упадите, ноги не переломайте. Не переломал, Андрюха? Не, не переломал, нормально, все с кайфом. Бабиан, давай к нам. Да я здесь, здесь. Пойдем в город, выйдем. Давайте держимся вместе, мужики. Да, держимся вместе, мужики. Смотрите, в городе людей-то нет. Ё-моё. Братва! Рыбы! Рыбы, парни! И маленькие эти! Ё-моё! Что там случилось, Андрюха? Я не понял, что случилось! Бобис! Бобис! Что произошло? Я не понял, Бобис умер, что ли? Я не понял, его что, рыба сожрала, что ли? Я не видел, как это произошло, Андрюха! Я не видел этого! Похоже, да! Попробуй! Потому что дымят эти рыбы, дымят, они ничего не понимают! Попробуй откачай его! Попробуй откачай, я рыб попробую убить! Попробуй Бабиана откачивать! Братан! Дышит! Да он не дышит, Либон! Че, он не дышит? Нет! Откачивай, откачивай! Откачивай! Хорошо, откачивай его! Я попробую сейчас! Он, давай, он давай! Меня откачал в прошлый раз! Вытащил из рая! Да! И спас меня! Рот в рот ему сделай! Бобис! 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 А, мужики, бегите! Бобис! Я умираю! Бобис! Он умер! Он сказал, что он умирает! Все! Он сдох, Андрюха, это рыбы его эти убили. Я говорил, тут ничего хорошего нету в этом городе, Андрюха, нет людей. Тут весь город захвачен этими монстрами. Слушай, он реально выглядит заброшенным максимально. Давай найдем, может, какой-нибудь транспорт и свалим отсюда просто, а? Там вон куча монстров, Андрюха, там вон монстры! Стреляй по ним! Мочи их! Стреляй! Да я вижу, Андрюха! А куда мы уедем, если весь мир, вся планета охвачена этими зоономали, Андрюха, а? Ай, меня схватил! Андрюха, живи! Ты где там? Да он меня сожрал, этот слон, блин, поганый! Сожрал? Ты умер? Нет, я живой! Так как он тебя сожрал тогда? Ну, он мне засунул себя в ротечник, и я успел сбежать от него. А, он тебя выплюнул, Андрюх, я тут кучу убил, ты где там? С кем сражаешься? Я с какой-то здоровой фигней сражаюсь, это паук или что это? Я не знаю, где ты? А вот, ты убил его? Нет, я убил только слона. Убивай, Андрюха, убивай! Все, положили, а ты там где был, Димон? Я тебя потерял вообще из виду в какой-то момент. Да я здесь всех убил. Я, Андрюха, больше не вынесу перестрелки с этими монстрами. Патроны еще заканчиваются. И смотри, в городе вон, заброшенная военная техника. Видимо, солдаты проиграли битву этим... опасным животным, аномальным, зоономали. Кажется, Андрюха, апокалипсис случился. И мы с тобой вообще, возможно, не в этом городе, не в другом. И нигде больше людей не найдем. Кажется, мы остались вдвоем с тобой в этом мире. Всех убили. Страшные зоономали. Димон, ты лучше это. Сплюнь и постучи вот по деревяшке. Да вон, Андрюх, смотри. Мы убиваем одних, приходят другие. Мы убиваем, а они возвращаются с еще большей силой. Мы убьем 10, придет 20. Мы убьем 20, придет 40. Посмотри, Андрюха, ты мне скажи, разве мы с тобой способны уничтожить всех этих монстров? Разве наших человеческих сил с тобой хватит, чтобы расправиться с этой армией зоономали? И это только в этом городе. Они могут быть вообще везде. Во всех городах, Андрюха, их может быть миллионы или миллиарды. Кажется, мы трупы, Андрюха. Стреляй по ним! Мы трупы! Нам никак не выжить, подожди. Андрюха! Нам не выжить! Отбивайся, брат! Отбивайся до последнего! Мы не сможем, Андрюха, справиться! Андрюха!
Ну что ж, дорогие друзья, вот такой замечательный ролик у нас получился, и мы с парнями надеемся, что вам все понравилось. Ребят, обязательно подписывайтесь на наши каналы, не забывайте про лайки, про колокольчики и про положительные комментарии. Ну а мы желаем вам всем всего самого наилучшего, всем большое спасибо, удачи и пока-пока. Всем братского сердца, дорогие друзья. Здорово, чуваки.